Сепаратистов Карабаха пугает растущий военный бюджет Азербайджана. Азербайджан последние годы целенаправленно укрепляет мощь своих вооруженных сил. Как в Армении, так и на оккупированных азербайджанских территориях царят панические настроения в связи с резким увеличением военного бюджета Азербайджана. Напомним, что Азербайджан увеличит в 2020 году бюджетные расходы на оборону и безопасность минимум на 21%, до 2,3 миллиардов долларов. Тем самым официальный Баку в очередной раз продемонстрировал способность собственными силами укреплять вооруженные силы и тратить большие средства на их модернизацию ради заветной цели – освобождения оккупированных территорий. На этот раз в шоке от азербайджанского военного бюджета некто Тигран Абрамян, именующий себя советником президента НКР, который на своей страничке в Фейсбуке опубликовал полный уныния статус, в котором завуалированно признал: противопоставить росту военного бюджета Азербайджана армянам нечего, поскольку денег на это у них нет. Вопрос резкого увеличения военного бюджета Азербайджана стал предметом обсуждения в контексте разных аспектов. Говорю резкого, поскольку увеличение на 21% содержит в себе существенные угрозы и приплюсовывается ко всем рискам, которые уже существуют сегодня. Мы должны четко определить, какую задачу ставим перед военными силами, какие приоритеты формулируем, за какой период их реализуем, на какие средства это обеспечиваем. И еще один крупный блок. Параллельно, какие факторы влияют на выполнение поставленных перед военными силами задач и внедряются ли взаимосвязанным образом ресурсы для обеспечения этого, написал Тигран Абрамян. Отметим, что подобного рода паника наблюдается у очень многих армянских экспертов. И это понятно, ведь все они прекрасно понимают, что Азербайджан увеличивает военный бюджет и на деле укрепляет армию не ради красного словца, а для скорого и неминуемого освобождения оккупированных территорий. Приветствую, дорогие подписчики! Прошу вас поддержать канал своими лайками. Делая это, вы помогаете продвижению роликов в YouTube. И не забывайте нажать на колокольчик над видеороликом, для того, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи!